Добрый день, дорогие друзья! В этом видео, как очистить кэш телефона к Xiaomi. Показывать буду я вам на прошивочке MIUI 11, но сейчас более подробно мы это узнаем. Итак, нужно открыть настройки. Открываем настройки. Вот видите, у меня о телефоне MIUI 11.03. И, значит, после того, как мы открыли настройки, нам нужно перейти о телефоне. Здесь будет такая вкладочка, называется она «Хранилище». Ее мы и нажимаем. Вот видите, вот она. Переходим, идет подсчет. И мы увидим, видите, желтым выделено данные, вернее оранжевым, данные кэша. Вот она, эта вкладка. Нажимаем, тапаем по ней. Будут удалены кэшированные данные всех приложений. Нажимаем ОК. И данные будут удалены. Если мы зайдем, видите, то размер уменьшился. На этом, дорогие друзья, у меня все. Напоследок еще раз покажу вам путь. То есть открываем настройки о телефоне. Хранилище, данные кэша, очистить кэш. На этом все. До следующих встреч.